Good morning, dear students. Today our new theme at page number 59, curricula, citizenship, how to be a responsible shopper. Доброе утро. Сегодняшняя новая тема на странице 59. Как стать ответственным покупателем. Сегодня у нас curricula, это вот учебная программа про citizenship. Citizenship переводится как гражданское обязательство или обязанность каждого гражданина. I'll send you link. Go for link and watch a video. Просмотрите видео, пришлю вам ссылку. Прослушайте и просмотрите видео, как стать ответственным покупателем, да? В данный момент в мире очень много видов выбора, да, выбора товара. И это очень легко купить без раздумий. Многие люди, людям нравится просто покупать вещи, да, просто платить, и они не думают, что они могут заплатить меньше, сравнивая цены в других местах. Вот об этом говорится в тексте. И в тексте также говорится там be ethical, be green, be smart, да? Будь этичен. И что нужно для этого сделать? Be green. Будь на стороне. Выбирай вещи, которые говорится be green, это имеет в виду будь человеком, который выбирает вещи, да? Которые можно переобработать. Be smart, будь умным. Вот таким образом у нас текст о том, как стать очень хорошим, ответственным покупателем. Then we do the task number one. Затем выполняем первое упражнение. Which of these sentences best describe you? Какие из этих предложений больше всего описывают тебя? Можете вы выбрать 3-4 предложения из этих 10, да, которые больше всего описывают вас как покупателя. Затем B. Do you know how to be a responsible shopper? Вы знаете, как стать ответственным покупателем? Вот про это прослушайте и ответьте на этот вопрос. Первое упражнение A и B. Затем читаем и смотрим видео. I think that the tasks are understandable. Думаю, что задания понятны. The lesson is over. Goodbye.